Коломенское. Яблок было в этом году много. Я не попал на урожай коломенский. Смотрите, сколько лежит несобранных. Это место Лисичкина и трех. Столпов. Тут у нас вишневник, вишневые деревья, вишневый сад. Сливы есть местами. Ну, яблочный, конечно. И три столба. Вот там они впереди. Сейчас 31 декабря. Снежок лопатится, но тает. На улице плюс. Декабрь московский. Такой же, как у нас. Везде. Почти, наверное. Вот она. Место какое-то интересное. Внизу там камень есть. Какой-то интересный, вырытый в земле. Там есть для людей девичий и гусь камень, а это какой-то тут, а вот лисичка там живет. Лисичка, и внизу камень, не один, там два даже, три камня, не обозначенных для посещения массового гуляния. Здесь три столба вырытые. Вот они. Классные столбы. И декабрь. Всем привет.